Поэт, прозаик, журналист Сергей Левин – единственный автор из Анапы, который участвует в проекте. Его знакомый предложил Сергею сочинить рассказ для благотворительного проекта. Писатель сразу согласился. Сергей Левин – автор 3 книг стихов, 1 прозаической, участник нескольких коллективных сборников, признался, сам не считал сколько. Но в таком проекте Сергей участвует впервые. В чем его суть? На барахолке обычной краснодарской человек, лидер нашего проекта Александр Ольшанский, пошел и купил 13 предметов, совершенно не связанных между собой, по цене от 5 до 250 рублей. С помощью генератора свободных чисел Сергею досталась мельхиоровая подставка под яйцо. Рассказ Сергея Левина под названием «Душа и мясо» собрал не один восторженный комментарий читателей. Также 13 авторов написали рассказы, посвященные одному из предметов – ключу, очкам, глиняной статуэтке. В самом разном ключе, причем не было никаких ограничений. Это мог быть как фантастический триллер, так и абсолютно реалистичный рассказ. У меня получилось такое мистическое приключение. С 11 апреля в течение 2 недель рассказы публиковали на интернет-портале Южного региона yuga.ru, в специальном разделе на афише «Юга» и в социальной сети Facebook. Участвует в проекте писатель-загадка. Все 13 авторов известны, и лишь один сохраняет инкогнито. Обещает, что зрители увидят его на благотворительном аукционе. 26 апреля в Краснодаре в культурном центре «Типография» 13 вещей продадут уже с новой историей, а значит, новой жизнью. Все деньги, вырученные от продажи, авторы направят на оказание помощи детским домам Краснодарского края.